Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев, я функциональный архитектор компании Caderline. Я хочу пригласить вас на наш курс подготовки аналитика 1С. Почему это такая востребованная профессия сейчас? Ну, для вас, наверное, ни для кого не секрет, не те процессы, которые у нас сейчас происходят, не те проблемы, которые сейчас перед нашей экономикой стоят. Ну, так или иначе, если мы обратимся в прошлое, у нас всегда для вот такой корпоративной автоматизации использовались две программы. Это SAP и это 1С. 1С всегда имела очень серьезное преимущество в том плане, что она всегда очень чутко реагировала на все непредсказуемости нашего законодательства. А SAP имело то преимущество, что его очень хорошо воспринимали на Западе. Если вы выходите на мировой рынок с чем-то серьезным, ну да, SAP здесь была очень хорошим вариантом. Хотя, там, забегая чуть вперед, я хочу вам сказать, что у 1С проекты международные тоже были и достаточно успешные. Вот. Ну, а сейчас, в связи с тем, что у нас происходит, мы реально столкнулись с ситуацией, когда масса предприятий, хотят они того, не хотят, они вынуждены переходить на 1С. Ну, SAP по известным причинам стала невостребованной. Вот. Поэтому людей, которые в состоянии разобраться в ситуации и внедрить эту систему, значит, их не хватает, они стали очень востребованы. Более того, значит, опять-таки, в связи с тем, что у нас экономика попала не в очень хорошую ситуацию, ну, я не буду говорить не хорошую, но сложную, да, от нее стали требовать больше конкурентоспособности, больше эффективности. Большая эффективность в наше время – это тоже внедрение соответствующего программного обеспечения, которое эту эффективность может обеспечить. И здесь опять-таки у нас, ну, другой альтернативы, кроме 1С, нет. Вот. Поэтому хлеб у аналитика 1С, особенно у хорошего, он будет и будет достаточно долго. Ждем вас на курсе.